Да, вот так, кстати, нормально. Сейчас мы добитим, и все будет хорошо. Да. Все там, где грязные дороги, не надо так не потрогать. Иду на турнички после пробежки. Здесь поставили, обновили воркаут площадку, сделали ее совсем воркаут по правилам. Плюс повесили две груши полноценных. Первый раз такой на воркауте вижу. Есть теннис, детская площадка. И самое интересное, что есть октагон. Реально октагон. Первый раз такое вижу, вот он. Октагонище. Можно футбик, можно бои. А вот тут груши. Кенгуру профессионал. Кенгуру. Вот там чел воркаут собирает. Вот так. Все, пока.